Производство киностудии «Арменфильм», Ереван, 1960 год. Парни Мускоманды. Автор сценария Микаэл Шатерян. Режиссер-постановщик Генрих Маркарян. Оператор-постановщик Иван Гилдарян. Художники Саркис Арутюнян, Саркис Сафарян. Композитор Геворг Арменян. В ролях: Цолак Левон Тухикян, Арсен Фрунзик Мкрчан, Завен Армен Костикян, Гагик Рубен Мкрчан, Вардгес Маис Карагизян, Штерлинг Арман Катикян, Нокс Вахинак Маргуни, Багратуни Хачик Назарикян. Шел 1920 год. Последний год господства дашнаков в Армении. Мы, группа молодых ребят, согнанные в казармы из родных городов и сел, прозябали в полковой музыкантской команде. Страна, измученная голодом, истерзанная произволом маузеристов, так назывались кулацкие банды, поддерживающие дашнакское правительство, истекала кровью. Мы чувствовали, что так долго продолжаться не может, и жили неясными надеждами. Все ждали прибытия какого-то высокопоставленного гостя. К встрече готовился и наш полк. Маэстро. Капитан Штерлинг, ваша команда, надеюсь, готова к торжественной встрече с сэром Ноксом. Команда репетировать, господин полковник. Шагу! Марш! Отставить! Шагу! Держи равнение, осел! Отделение! Стой! Кругом! Ничего! Равняйсь! Ты что ушами хлопаешь? Не знаешь, куда надо смотреть, когда дается команда? Равняйсь! А ты что пузо выставил? Как стоишь у угола? Опусти винтовку, болван несчастный! Нагнали эту шваль! Шагу! Марш! Отделение! Стой! На плечо! Господин капитан! Слушаюсь. Ваши солдаты совершенно не держат строй, словно стадо баранов. Такой сброд в почетный караул и ставить совестно! Созда, старшина, как вы играете? Ребята сегодня не в духе, маэстро. Почему? Да все из-за этой формы, конечно. А что? Вот сегодня погонят встречать этого бокса или как его зовут? Мистера Нокса. А мне все равно, бокс или Нокс. А мы в таких лохмотьях. Ну что это? Молчать! Я три раза ходил, господин полковой интендант. Но он мне сказал, если команда еще раз просил форму, всех на гауптвахт. Сами нашу форму куда-то сплавили, и теперь нас же на гауптвахт. Это дело? Не дело. Прохвосты. Я верно сказал? Грабят все Армению, кому не лень. На-на-на-на-на, тихо! А люди смотрят и говорят, это не музыканты, а бормонцы какие-то. Молчать!
Приготовились. Из штаба полконарочный. Приказано вручить вам. Можете. Есть. Это вы, Цолак Дорбинян? Так точно, господин капитан. Это вас посылает мой оркестр. Mm-hmm. Если вы хороший музыкант, почему Врангель отпускает вас? Позвольте объяснить, маэстро. Вы, конечно, знаете о поражении, которое потерпела армия Врангеля. Большевики взяли город, отца моего расстреляли. Мне осталось одно — бежать сюда, на нашу родину. Свободную Армению. Здрасте, здрасте, политика — это не наше дело. Эсис интересант в них, какой нам прислали музыкант. Я должен слушать ваш игра. Пойдемте. Маэстро. Маэстро, а как же будет с нашей одежонкой? Да расползается лохмотья, маэстро. Не музыкант, а гэль ничьи. Опять ничего не вышло. Ходи раздетый. Все. Наша родина. Ничего у нас так не выйдет, ребята. Надо их проучить как следует. Ну как? Что-нибудь придумал? А? Чижик, расскажи. Мы им устроим такой маскарад, чтобы весь город над ним смеялся. Расскажи, как? Ну, а когда мы пойдем встречать Нокса? Ребята! А недобитый Борчук-то, видно, неплохой музыкант. Очень даже. Легче. Только он чистоплюй. Не торопись, Саско, увидим. А ладно вам. Арсен, а вдруг новенький пойдет и сообщит про нашу затею, а? Неужели? А это? Пусть только попробуй. Кто у вас тут старшина? Не знаю. Кольцо. Вы старшина? Вы тут старшина. Ты старшина, говоришь, ну, скажем, я. А что? Меня... Я слушаю. Маэстро Штерлинг зачислил меня в оркестр и направил сюда. Угу. Меня зовут Цолак Дорбинян. Будем знакомы. Угу. Очень приятно. А меня, братец, зовут Арсен. Или богатырь Арсен. А этот толстячок, что стоит рядом, самый большой у нас заводила. Знакомьтесь. Цолак. Завен. Еще в колыбели играл на свирели. А это наш профессор Курюн. Ума палата, не голова, а целая академия. Очень приятно. А это наш дичок Киракос.
В мускоманде он по недоразумению. Да. Отец его в дьякон и прочим, но человек предполагает, а Бог располагает. А это наш Тихоня Вардгес, или иначе пожарная каланча. А торопиться не любит, такого за смертью хорошо посылать. А это наши вторые голоса. Лихие ребята, не подведут, в чем хочешь, можно смело положиться на них. Чижик! А ну покажи, на что ты способен. Я? Ну да, сыграй что-нибудь. Сыграй, сыграй. Да. Пожалуйста. Тихо. А ну, Чижик. Ундервуд. Ундеркин. Это одно и то же. Ну что ж, старайся, старайся, молодой человек. Кажется, ты подходящий для нас музыкант. Верно, ребята? А теперь скажи, молодой человек, нерушимый закон мускоманды тебе известен? Конечно. Капитан, что ли, мне объяснил? А ну, повтори. Послушаем. Быть дисциплинированным, присутствовать на репетициях и выполнять приказы начальства. Чижик, объясни-ка ему заповедь нашей мускоманды. Для друга не пожалей жизни, за друга в огонь и в воду. Ты понял? Наш закон. Понял. Что ж, ты, видно, довольно догадливый молодой человек. На сегодня хватит с тебя. Иди гуляй. А завтра с утра заходи. Ну, сегодня. Иди. Иди, иди, желанный друг, иди, иди, я твой супруг. Куда? Куда? Простите, но маэстро сказал, чтобы я получил обмундирование и вышел с оркестром встречать иностранцев. Ах, обмундирование. Ну что же, изволь. Приказ будет выполнен. Чижик! Да. Закуривайте. Твоя? Знакомишь меня с ней? Вот тебе обмундирование. Получай, братец. И носи на здоровье. Что ее, крысы грызли? Тебе самое лучшее даю, а ты недоволен. Нет, это не пойдет. Ты что же, во фраке и в цилиндре выйдешь на вокзал встречать мистера Нокса? Так как же, а? Без вас обойдусь. У меня есть в городе форма. Одену и приду на вокзал. Нет, брат, так не полагается. Ты же в армии. Спроси у своего старшины. Простите. Спроси сначала у своего старшины, отпустит он тебя в город или нет. Вот именно. У меня... Тетка в городе захворала. Ах, какое несчастье. Нет, ты скажи, ты музыкант или лекарь женских болезней? Так пусть. Не пущу. Ах так. Что ж,
таком случае мне придется пожаловаться господину полковнику, старшина. Тише. Погоди. Нет, если хочешь, то, конечно, иди. Ага. Но имей в виду этот день. Извините. Пожалуйста. Ты запомнишь на всю свою жизнь. Оребар. Что говорить? Парень как будто не из пугливого десятка. Что теперь делать, старшина? То, что мы задумали, сделаем. Приготовьтесь, ребята. Отсюда только одна дорога. В суд. Ха. Суд, академик, для штафирок. А для господ военных трибунал? Как трибунал? Неужели трибунал? Что же с нами будет, а? Что будет? Солнце всходит и заходит. А в тюрьме моей темно. А это что за девушка? Ну вот, мы тут за решеткой, а он и в ус не дует, разгуливает на свободе. Что говорить? Мария, защити меня, выручи из беды неминуемой. Я тебе такую... Ребята! Оставлю даже две свечки. Господи, Господи, святой Архангел, ты же знаешь, я человек тихий, смирный. Начальство послушный, не то что один частиц. Защити, спаси меня, раба своего, святой крапец. Я еще тебе три, нет, две свечки поставлю. Только спаси меня, отведи. Слушай мою команду, живей на перрон, сукины сыны! Шнеллер, Шнеллер! Живей! Прошу встать вот сюда. Прошу встать там, хорошо, вот так.
уважаемые дамы, прошу вас немного назад. Не понимаю. Вот так. Встаньте рядом. Плотнее друг другу, плотнее. Вот так. Хорошо. Приветствует на нашей земле представитель войск союзнической Антанты. Одну минутку. Merci. Очень тронут. Позвольте представить министра иностранных дел. От души приветствую вас. Господин министр финансов. Какое у него мужественное лицо. Прошу вас, сэр. Леди и джентльмены, от лица командования союзных сил заверяю вас, что державы Антанты не оставят независимую Армению в одиночестве перед турецкой опасностью, а также перед угрозой назревшей большевистской опасности. Большей опасностью для вас в эти грозные решающие дни, как и для других стран, является большевистская опасность. Я пью за процветание независимой Армении. Браво! Браво! Наверное, форма-то офицерская. Ничего не скажешь. Стоит захотеть, и генеральскую получишь. Разве они обойдутся без нашего брата? Интересный маскарад состоялся сегодня на вокзале. Ну, этих мерзавцев я отправлю на гауптвахт сегодня. Мне жаль лишь, что настоящий вор... Простите, дамам разве оказывают, господин Добров? Дамы и господа! Маэстро! Прошу исполнить молитву Шамиля! Угоди Шамилей отставить! Мой друг Коко будет танцевать! Маэстр Юмри Таранги! Господа, прошу немедленно удалиться отсюда! Таранги! Маэстро, играйте, что вам приказано! Мистер Нокс, эти господа спаривают право первенства протанцевать вас. С вами разговаривает заместитель военного министра. Чихать я хотел на тебя. Как ты смеешь? Молчать, сидеть на местах. Таранги. Тебе сказано, играй, Таранги, а не твоя, из тебя дух выпущу. Оставьте, я выполняю только военный приказ. Мое слово ничего для тебя не значит, немецкая лиса. Я австриец, вы права не иметь. Да? Чудак, вот мое право. Ты это видел? Таранги! Thank you.
Где ребята? Тебе повезло, Чижик. Ребята все на гауптвахте. На гауптвахте? Те, кто бросил листовки, не смогли поймать и взяли наши. Да-да. Убери руку! Я тебе не мальчишка. Их взяли за рваное обмундирование, а ты... Подожди, вернутся ребята, поговорим. Ребята, нехорошо получилось, понимаешь? Они вышли встречать Нокса. Они нарвали за рваное. Они у вас потом не принимают. Но туда. О, набрал табаку-то. Сам будешь курить, что ли? Да нет, это для ребят, наверное, а? А как же ты передашь все, Чижик? Арташев, может, ты поможешь, а? Ладно. Сбегай к полковому писарю и кликни его сюда. Он все и передал. Ну да. Конечно. Иди. Быстрее. Ты проводишь из депо товарища Тиграна. Не знаете, где полковой писарь? Ты не видел полкового писаря? А ты не видел Вартана? Обманули. Вот я тебе покажу, как свистеть около гауптвахта. Ну, убирайся! Стрелять буду! Гагин! Что это ты насвистываешь, а? Выходи! Выходи, живей! Идите вперед! Не оглядываться! Пришел наш последний час. Больше мне не попадайся. Да, дяденька, я буду хороший.
Здравствуй, Левон. Здравствуй, Георг. Здравствуй. Господи, Асканасу, ты здесь? Здравствуй, сынок. Давно я тебя не видел. Дядя Георг, а вы зачем здесь? И не спрашивайте, ребята. Село разорили, а нас всех, от мала до велика, пригнали сюда. Война, мол, с турком. Все было хорошо. Нам только войны не хватало. Как будто мало было пролито крови. Вот беда. Доведут до беды. Вот увидите, ребята, доведут. Подлецы. Ладно, ох, пошли. Прощай, дядя. Иди, родной, береги себя. Скажи, профессор, что же будет все-таки с нашим народом? Неужели погибнет ни за что, ни про что навеки? Насчет народа не скажу, а вот купцы и их сынки никуда не денутся. Да еще извлекут из этой войны выгоду. Маэстро! Встать! Тихо! Вольно? Вольно! Вы есть жулик, майнхерн, и за вашу недисциплинированность. Я, Йоган Штерлинг, получил домашний арест. Всему виной ты, Фред Фебель, тебя надо вешать. Жаль только, оркестр, другой басист нет. Если еще раз такой скандал, я вас снять и назначать этот приличный солдат. Я вам разрешаю ходить в город, когда пожелаете. Умываться, бриться и немного отдыхать. Вечером в честь мистера Нокса банкет. Торштейнзи? Торштейн. Давай. Хочу тебя спросить, не обидишься? Спроси. Скажи, ты скольких маток сосал? Пятерых, не меньше. Не веришь? Треплется, а? Где ты меня, говаривал, ласковый теленок у двух маток молоко сосет? Такие, значит, дела. Любимчиком стало начальство. Можешь идти в город, когда только захочешь. Ну что ж, иди. Иди. Слушаюсь, господин старшина. Стойте! Вы только не лезьте. Я научу его по-своему. Понял? Чижик! Чижик! Пойдешь следом за нами и будешь свидетелем, что все будет сделано, да? Честь по чести. Ладно. Не надо. Не делай этого, Арсен. Ведь он теперь на виду у начальства. Нам же и влетит. Ай, иди ты к черту со своим начальством. Вот, посмотрите. Отмолочу я этого купчика. Как говорится, что он собственного папашу... Нет, как это соседскую говорится? Соседскую теленку папашей назовет. Ребята, а чего нам жевать? Пошли мы посмотрим. Пошли, ребята. Что? Постой. Постой, браток. Хочу сотворить благо. Эти нехристи, понимаешь, хотят тебя сегодня... Что? Избить. Закуривай. Кури-кури. Ты молодец.
Вот тут я его и отделаю. Стой! Стой. Как думаешь, сколько фунтов тянет? Да фунта 3, наверное. А что? А как ты думаешь, сколько тумаков понадобится, чтобы с тебя перья летели? Ежели не промажешь, и одного хватит. Кто я промажу? А ну, пошли. Подержи, Чижик. Иди, иди. Так вот ты как. Значит, говоришь, если не промажу. Держись крепче. Ах ты так! Арсен упал, ребята! Пусти! Ты чем это ударил? Рукой чем же? А? Угу. Ох, ну и удар у тебя. Это называется апперкот левой. Апперкот? Глубже дыши. А в этой истории с обмундированием разве ты вел себя как надо? Ну и ваши поступки немного мужества. Лихая выходка, что говорить? А горе остается горем. Какое горе? Постой, о чем горе ты говоришь? А? Кто знает. Закурить есть? Найдется? А раньше ни за что не дал. Это еще те от Чижика. От меня говоришь? Да вы что? Я вам не посылал. Ух ты, не забыл, а? Прекрасная мелодия, ребята. Это он сочинил. Ундервуд. Ну ладно, ребята, я опаздываю. Ты опять к тетке торопишься? Вечером приду на банкет. Что это? Держите, Коля! Помогите! Пусти! Пусти, мерзавец, подлец! Пусти! Ну, не ломайся! Гадина! Апперкот! Сюда, 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 сюда. А ну-ка, похоронный. И... Посмотрите, что же ты мой, что с нашим атаманом сделали? Такого храбреца не стало. Очнулся. Это наш дом. Сюда, ребята. Познакомься, это наш старшина. Арсен. Анаид. Какой удар ты сама видела. А этот малый, наш вундеркинд. Знакомься, Гагик. Я искренне вам благодарна, ребята. Не за что, сестричка. Если с тобой что-нибудь случится, ты нам только дай знать. Ну, вы пошли. Осторожно. Ты помнишь эту девушку? Наш кубчик не зевает. Не
Нет, тут что-то не то. Что-то не то, как видно. Идем. Нет, нет, нет. Подождите. То же самое, Арсен, со второй цифры. Правильно, Чижик? Правильно. У тебя пропущено 8. Понимали? Нет, нет, это же первый перепой. И а трубы. А ты мне сыграй второй. Арсен, Арсен, слушай. Па-па-па-па-па. Потом ступаешь второй, ты, вот ты, правильно. Альтиза, так, да. Внимание! И... Что вы играете? Что это за марш? Это марш, который сочинил наш Чижик, маэстро. Вот. О, Чижик? Так он у нас композитор. Иоганн Чижик Штрау. Браво, браво, браво. А ну попробуем. Восходный музыкант. А как назовем этот марш? Марш избавления от губы. Марш свободы. Най-най-най-най. Найдите другое название без политик. Юноша этот должен стать настоящий композитор. Опять вот. Как наша знакомая. Дай соль. Соплотку не лезь. Коля, дай Коля. Ой, там вода. Ловите, Коня. Ты что это? Чего раздеваешься, а? Хочу вернуть, посмотреть, сколько там штук фасоли. Эй, ребята, а куда Чижик пропал? А вот и Чижик. Салак, возьми. Видали? А я искал, с ног сбился. Стукнуть тебя по башке. Ну ладно, обедай, садись. Садись, Гаги. Ты куда так торопишься, Салак, а? Иначе как к тебе приехала племянница. Сознавайся, Цулак. Если в этом дело, придем, станем под окнами и такую исполним серенаду. А я знаю, девушку зовут Анаида. Так вот, значит, куда он каждый вечер уходит. А? А кто она такая, Цулак, а? Чего? На всякий случай. Время сам знаешь какой. Скажи, Цулак.
Ты что, не хочешь поговорить по-человечески? Потом поговорим. Смотри! Смотри, старшина, что нашел этот растяпанный дичок. Ты слушай, товарищи рабочие, крестьяне и солдаты. Это мы. Потоками крови залил нашу страну дашнакский тенор. Террор! Нет, да, террор. Маузеристские шайки. Встань, двери. Однако армянский народ борется. Силы его не сломлены. Вероотступники воду мутят. Еще наступит день, когда весь наш народ снова поднимет красное знамя майского восстания. Красное знамя майского восстания. Покончит с этой позорной войной и установит в Армении народную власть, власть советов. Ереванский комитет большевистской партии. Здорово сказано. Ну, быть за Варухи. Вот правда. Цолак. А ты что скажешь? Я? Маэстро верно говорит. Музыкант не вмешивается в политику. Я думаю, эту листовку надо отдать Киракосу и сказать. Ну-ка, убери-ка ее от греха подальше. То есть мы с большевиками, меньшевиками не водимся. Куда я ее уберу? Отнеси дежурному и скажи, где ты взял ее. Так мне же это поделать. Не докладывай так, малый, так. Не впутывайте меня в это дело. Не докладывай. Куда я ее уберу? Ну что ж, чисто сработано. А что дальше? Думаешь, мы не догадываемся? Сын купца. У Врангеля служил. Больная тетка. Она выздоровела? Нет, если умрет тетка, ты уж нам сообщи. Мы тогда и похоронные отгрохаем. Похоронные? Нет. Она скоро выздоровеет. И мы ее не таким маршем встретим. Да. Ага. Давай, давай. Еще. Еще. Ну-ка, скажи. Да не тяни. Перебор. Да не два курка. И мне два. Еще. Завен. Еще. Не везет. Ты что это сегодня мечешься, как медведь в клетке? Ходи, что случилось? Не заглядывайся. Да вот, апперкот чего-то запаздывает. А, не волнуйся, он на самого черта вокруг пальца. Там большевик бежал из тюрьмы. Тому, кто найдет, большая награда обещана. 500 рублей золота. Сколько, сколько? 500 рублей! Ага. Ой! Его! Да разве можно при нем такое говорить? Ребята, некогда. Сейчас объясняется. Вы мне должны помочь в одном важном деле. Говори, что нужно делать, Целак. Нам надо... Вот он! Держите его! Что вы делаете? Музыкант, я! Музыкант! Бегите к моему другу! Так это,
твоя тетя. Свободы, хлеба и мира. Вот что, ребята, нужно трудовому люду. Во имя этого и поднял народы на борьбу Ленин. Ленин? Да. Ну как? Хорошо? Ничего не скажешь. О! Вам очень к лицу солдатская форма. Да. И вообще, вы нам очень подходящий музыкант. Но позвольте узнать, вам устав мускоманды известен? Ну, а как же? А ну, скажите. Для друга не пожалей жизни. За друга в огонь и в воду. Вот так. Ух ты! Это Цулаки ему сказал. Вот вам для полного комплекта. Бедные дошнаки. Если бы они только знали, какому делу послужит их форма. И у нас тоже. Под этой самой формой бьется настоящее сердце. Молодец, Завы. Цветает, ребята. Проснулся, Чижик? Ага. Что-то заспались наши сегодня? А! Чего ты на меня уставился? Господи, ты что, чудной какой-то? Чудной? Да, в лице не кровинки, как смерть бледный. А, не болтай ерунды. Как смерть? Тихоня? А, Тихоня? 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 Проснись. Ну-ка, взгляни. Тихоня, взгляни на меня. Дальше что? Взгляни. И скажи, на кого я похож? На нашего кутенка. Нет, серьезно. Кто ты? Зачем ты явилась ко мне, привидение? Я не привидение. Ты что, с ума спятил? Ты бледен, как мел, на тебе лица нет. Я говорил, как смерть бледный. А? Что вы там разговаривали, спать не даете? Ой. Завен. Что? Что такое? Завен. Сгинь, сгинь, сатана, спаси, Господи. Насыпься. Кто это, спаси, Господи? А? Это Киракос? Не может быть. Скорее, скорее, да, ребята, надо его уложить, скорее в постель. Ай, помираешь, что ты делаешь? Воды, воды! Спасите его, ребята! Мне какая высокая температура! Помогите! Вот чай сюда, скорее, на компресс, боюсь, голова у него. Ой, ребята, ты помрешь! Помирай! Эх, сейчас петризм мы сделали! Совсем есть простудец! Уж я-то знаю! Лучше пиявки! Надо еще дать отвар из куриных костей! Если теперь оперье! Ну, ложись, укладывай его, ребята! Выйди ноги, укройте его! Целуй крест, целуй крест, целуй крест! Скорее! Нет! Теперь ничего не поможет. Гиблое дело. Кончается человек. Уходит он от нас. Наш лучший друг.
Нас покидают, ребята. Куда? Тихо, Чижик! Зови скорее фельдшера. Бегом! А может, почесать ему пятки? Ребята, извините. Ну, говори, ну. Это меня Бог наказал. Ну, что еще? Простите, если можете. Ну. Я от вас хлеб прятал. Потом сам его съедал. Кайся, Киракон, кайся во всем, как на духу. В чем еще грех? Подожди. Какие еще пакости делают? Наслышит друг. Уходит на свете лет, что ничем не может ему помочь. Бедный. Как назло, фельдшер не идет. Куда ты мягких делаешь? Фельдшер сказал, что он, наверное, простудился. Он велел завернуть его в одеяло, в подушке. Пускай, говорит, вспотеет хорошенько, пока я приду. Арсений, иди! Гляди, какое у нас горе! А что случилось? Что у вас тут такое? Человек умирает от сильной простуды. Умирает, держись! Тебе плохо! Наоборот, накройте его одеялами и подушками, да так, чтоб с него семь потов сошло! Ну, товарищ Тигран, я пойду, встретимся с вами у городского сада. Хорошо. Как наш больной? Не уморите его. Ничего, брат, терпи, всяко бывает. Еще немного потерпи, выздоровеешь. Иди, тихо, ну что ты стоишь? Жили, лежи, авось не помрешь, хоть бы и помер. Невелика беда. Можно? Давай, быстрее. Старшина. Слушаю, маэстро. Все в сборе? Все, маэстро. Даже прибавилось. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Разговорчики. Доброе утро. Здорово. Здравствуйте. В горах начали действовать партизаны. Дашнаки растерялись. Волнения охватили большой район. Скоро начнется, друзья. А что же мы сидим без дела? Для нас дело найдется.
А может быть, уже и нашлось. Союзников напрягают все силы для нашей общей победы. Штаб союзных войск прислал вам подарки и обращение к солдатам. Я убежден, что это еще выше поднимет ваш боевой дух и еще раз напомнит вам, как надлежит выполнить священный долг перед своим отечеством. Наше правительство чувствует реальную помощь, Антон. Можете рассчитывать на нашу щедрость. Господин полковник, посмотрите, что написано в обращении Антанты. Осмелись доложить, господин полковник. Здесь сказано вот что. Товарищи, братья, солдаты, лицемерное правительство Дашнаков и его иностранные хозяева привели нашу страну на край гибели. Гаик, а я тебя жду. Ха. Нашел где? Погоди, погоди, мне надо с тобой поговорить. Гаик, почему все мне сторонятся? Что я такого плохого сделал? Вот сказал я Цалаку, что его хотят избить, и вы же оставили меня в дураках. А ведь я готов пойти на все ради товарища. Это ты готов на все? Вот даже больную тетку Цалака проведать хотел, только не знаю ее адреса. Знал бы, отнес бы фруктов. Ты не знаешь случайно? Нет! Стой, Гай! Ты, может, не доверяешь мне? Сказано тебе, не знаю, отвяжись! Да ребята, я никому не скажу! Ребята, ко мне пристал? Скажи, говори, где тетка Цалака живет! А зачем ему? Я думал, Цалак обижается, она давно хворает. Хороший ты парень, внимательный! Мне нужно дать решение! Что вы делаете? Отпусти! Больно! Больно! Пожалейте, брат! Сейчас мы с тобой поговорим! Зачем тебе ее адрес? Я думал, все-таки она больной человек, не сегодня-завтра Богу душу отдаст. Душу отдаст? Да. А ну на колени, живо! А? Живо! Ой. Ты ведь у нас дичок, правда? Правда! Да. Ну вот видишь, твой голос раньше, чем наш, до Бога дойдет, верно? Да. А ну повторяй за мной слова молитвы. Поехали. Господь всемогущий, великий, праведный. Господь всемогущий, великий, праведный. Аллилуйя, аллилуйя. Чтобы тетка нашего Цалака скорее выздоровела. Чтобы тетка нашего Цалака скорее выздоровела. Аллилуйя, аллилуйя. Чтобы мы сыграли в ее честь. Чтобы мы сыграли в ее честь. Марш нашего Чижика. А? Ну, марш нашего Чижика. Аминь. Аминь. А теперь убирайся. Уходи вон отсюда. Сгинь! Иди, мой ангел. Чижик, скажи, ты не проговорился случайно? Ты что, Артем? Да нет, я так просто. Не волнуйся, старина. Mm-hmm.
господин подполковник. И штаб. От Багратуни. Прекратить музыку! Господа офицеры, только что получен приказ полковника Багратуни. Весь полк должен утром выступить для уничтожения восставших. Красный мятеж будет подавлен. Завтра утром всем в полной готовности явиться в казарму. Сейчас прошу разойтись, господа офицеры. Честь имею. Честь имею. Для поднятия духа нашего офицерства музыка последнего! Внимание! Уважаемый господин министр финансов похитил казну республики и благополучно скрылся в Париж. Париж! Наши товарищи из депо и заводов готовы к выступлению. Ну, Цалак, надеюсь, ты понимаешь, как важна задача. Так и передай товарищам из полка. Во что бы то ни стало сорвать последнюю авантюру дошнаков. Полк должен перейти на сторону Красной Армии, идущей нам на помощь. Накопитян, получай. Дорезян, давай. Получай. Ну, Цалак, желаю удачи. Получай. Увидимся, Цалак. Обязательно. Пошли! Я! Лаки, до свидания. Махитарян! Привет! Махитарян, да! Иди сюда. Махитарян! Где Цалак Дарбинян? А кто его знает? Разрешите доложить, господин полковник. Он всегда уходит, когда ему вздумается, ссылаясь на свои связи в штабе полка. И теперь ушел самовольно. Сэр полковник, Дарпинян имеет больную тетушку. Наверное, пошел к ней. Проверь, да? Так-так, голубчики. Значит, вам было мало того, что вы сидели в тепленьком местечке, в ресторанах, теперь вы решили в политику удариться. Большевики записали. Так, что ли? Мы не большевики. Ну, погодите. Вы, кажется, в прошлом были студентом, не правда? Так точно, господин полковник. Неужели вы, интеллигентный, образованный человек, не могли заметить, с кем связан Цалак Дарбинян? И какие у него взгляды? Я лишь заметил, что Дарбинян человек замкнутый, всегда в стороне от нас. Гордился своей службой барона Врангеля и тем, что он сын какого-то крупного купца. Ну, конечно, господин полковник. Вы верно заметили. Мы живем здесь припеваючи, это правда. Только разве стали бы мы связываться с какой-то шайкой мятежников? Не так?
А ты что скажешь? Я? Ну да, ты. Так я, господин полковник, если бы я знал, что вы хотите услышать от меня, я вам сказал бы. Но поскольку я не знаю, что вы хотели, чтобы я вам сказал, что мне сказать? Заткнись! Лохлочками решили прикидываться. Словно ничего не знаете. Я не я, и хата не моя. Простите, ну хорошо же. Они не врать, это правда. В мой оркестр большевик нет. Они шутники, балагурить любят, но большевик них. Как это них? Что вы, маэстро? А зачем Цолак ушел из ресторана, когда узнал, что полк завтра выступает? А кто подложил листовки в коробке с подарками союзников? Мои синяки, это тоже скажете них, да? Этот дьячок слабый музыкант. Его не уважает в оркестр. Он вам нагло врет. Я удивляюсь. А меня удивляет, что вы не имеете ни малейшего представления о том, что творится у вас в оркестре. И вы губите нашу страну, вы заодно с этой шайкой. Я есть шайкой? Я есть честный музыкант. Это вы разорять Армения. Это вы довести до голода эту страну. Это вы установить в ней беспорядок. Грабеж! Подлец! Вон отсюда! Под арест его. Слушаюсь, господин полковник. Даю вам час времени на размышления. Не больше. Запомните. Либо вы скажете мне, где Цолак Дарбинян, либо эта ночь станет последней для вас. Ну, Гаги, иди. Это последняя ночь. Конец дашнацкой власти. Расскажи ребятам, куда я направился и зачем. Ты что, скоро Красная Армия придет в Ереван? Мы еще увидимся. Да. До свидания. До свидания. Бы мне этот Керакос. Ну что ж, ребята, время на исходе. Подумайте хорошенько. Да, со смертью шутки плохи, друзья. Идите и расскажите, где Цолак Дарбинян, кто у нас в части большевики. И тогда ваши шкуры спасены. Только не забудьте меня тоже назвать. Что скажешь, Завен? Вот что, катись ты. А ты, Тихоня? Отстань. Я посмотрю, что ты мне словно брат родной. Так смажу. Thank you.
Я говорил не заниматься политикой. Вы не слушаете. Но ведь вы тоже не выдержали. Здорово вы, маэстро, ответили полковнику. Я вижу, народ ваш честный, трудолюбивый, талантливый музыкант, а дошнаки руководить скверно. В том-то и дело, маэстро. Поэтому ты и разгорелся, сыр-бор. Ты из мускоманды, сынок, да? Ага, не хочешь пускать? Ох, ваши влипли, дело расстрелом для них пахнет. О. Не ходи туда, сынок, сразу схватят. Ну, что вы решили? Будете вы говорить? Что ж, получите по заслугам. Господин полковник, полк перешел на сторону красных. Восстание в городе. Правительство бежало. Разве можно что-нибудь предвидеть в вашей варварской стране? Стой! Стой, говорят! Остерегай, шуми! Быстрее, ну-ну-ну! Чёртова кляча! Заря новой жизни. Радостные шли мы ей навстречу, и звонко гремел марш свободы, рвавшийся из наших сердец.